пологових будинках, реанімаціях та приймальних. Жодне відділення лікарні не обходиться без медичної сестри. Цими вихідними вони відзначатимуть професійне свято. А сьогодні колектив обласної лікарні Мечникова поповнився молодими кадрами. 100 випускниць медичного коледжу тепер також працюватимуть тут. Їхні старші колеги кажуть, робота важка як морально, так і фізично. Тим не менш, вони завжди готові долати труднощі, аби рятувати чужі життя. Это работа моей мечты, потому что коллектив очень дружный в нейрореанимации, все готовы помочь, научить. Больница Мечникова обладает функциональным оборудованием высокого класса, и это значительно облегчает труд медсестры. Самое сложнее работать, это когда привозят бойцов из поля боя. 15-16 год мы здесь жили, нам даже родители покушать привозили. Было такое. Это был май и июнь месяц, когда вот был там вот этот Иловайский котел и все.